Мартен Лиф. Фото Мэдис Вилтман. 21-летний эстонский конькобежец Мартен Лиф удачно выступил в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. С результатом 1:09.75 он занял 18 место среди 36 скороходов. Хороший результат для дебютанта Олимпиады. Чемпионом в этом виде программы стал голландский спринтер Камиахизна Кьел Денуис. Рекордсмен Эстонии проиграл победителю чуть менее 2 секунд 1,8. «Вполне доволен своим выступлением, это был один из лучших стартов в моей карьере», — отметил после финиша Лиф. «Второй круг был очень тяжелый, но я выдержал темп до конца». Ранее Лиф стартовал в Пхенчхане на дистанции 1500 метров, где занял 33 место среди 35 участников. Полное расписание Олимпиады 2018 и результаты можно смотреть здесь. Лиф Джорнал.